Всем привет! Сегодня буду запекать картошку. У меня осталась картошка, а холодную ее никто не любит кушать. И решила ее запечь. Вот такого она вида. Я ее маленько разрежу. Но перед тем у меня есть сало нутряное и хочу помазать перед тем, как класть картошку. Сало нутряное из зимы осталось. Буду добавлять картошку. Ну так быстренько раз-раз разрезал. Она уже как бы отваренная такая. Она как бы уже готовая. Но холодную не едим. Она и со специями всякими. Но решила сегодня по-другому сделать. Как говорится, по-деревенски. Закладываем. Вернее, я закладываю. Я не знаю, сколько тут картошки. Котенок, подбирай. Было бы со вкусом мяса, бы лучше бы поели. Так оно не особо вкусно. И лучок попадается, так что кастрюля. Оно, конечно, на масле, масляное все. Вот так. Ну еще чуть-чуть добавлю. Остальное тогда пойдет хрюшкам. Вот так. Сполоснуть руки бы. Сейчас сполоснем руки. И что я делаю? Беру молока, где-то пол-литра, 3 яичка, сбалтываю вот так, сбалтываю, сбалтываю. Конечно, надо было яички сначала сбалтать. Ну,
не получилось. Будут брызги в разные стороны. Ой-ой-ой. И где-то ложку муки столовой. И вот так сбалтываем, чтобы все камушки размешались. И все заливаю. Так как картошка у меня соленая, вот так заливаю. Закрою фольгой и поставлю в духовку. Запекаться. Сейчас я фольгу найду. Где это у меня фольга? Поставлю запекаться. Она минут 10-15 будет запекаться. Потом сниму крышку, чтобы образовалась корочка. И под конец я сначала на 180 где-то градусов. Потом перед тем, как уже вынимать, я включу где-то 200-220 градусов, чтобы оно корочкой покрылось. И все. Картошка у меня пока запекается. Я решила делать соусы. Но для нас они самые любимые. Котик, ты чего? Я взяла сыр моцарелла, протерла его на терку. Но я уже сполоснула терку. Добавила чуть-чуть сметан и еще чуть-чуть добавлю. Размешаю, так как сыр моцарелла, это он соленый, не добавляю соли. Вот у нас такая будет, такой соус один вид. А другой будет чеснок, несколько штучек, долек. Тру на терке. Сейчас быстренько натрем, может быть, на побольше. Не, лучше на мелкую. Сначала чеснока. Неплохо что-то находится. Маленький чесночинок, вот этот побольше пойдет лучше. И у меня маринованные огурцы. Я буду тереть уже на терке. Какие вкусные огурчики там. М-м-м.
побольше, мы очень любим. Так, натираю. Несколько штук. Вот они с прошлого года, но они хрустящие. Ну, еще возьму одну. Еще один огурец. Возьму поменьше. О, получился большой огурец. Ну ничего. Этот соус можно даже есть ложками. Даже не обязательно с картошкой. Мы когда делаем картошку фри, вот этот соус у нас идет на ура. Ну, я, конечно, уберу лишнюю жидкость. Сейчас я лучше буду. Чуть-чуть оставила. Я думаю, ничего. Сейчас ложку протру и добавлю сметану. Вот беру сметану. Несколько ложек. Так это. И вот так. Ну, это у нас зимний вариант. А так как у нас вырос лук в огороде, я еще сюда добавлю зеленого лука. Вот такого. Я его помыла. Разрежу. И добавлю. Конечно, надо мелко-мелко, но не получается у меня мелко резать. Я стараюсь. О. Добавляю соус. И сейчас посмотрим. Ой! Хопа! Посмотрите, какая красота! Сейчас картошка будет готова. И вот с этим соусом. Я даже его сейчас попробую. Какой вкусный. Вот такая красота. Так. Можно, конечно, майонезом, но майонез, он соленый,
и не получится так вкусно, как со сметаной. Даже вот сыр моцарелла. Можно использовать любые сыры. Но у нас остался он. А так как моцарелла долго не хранится, я тоже его использую как соус. Будет очень вкусно. Вот два вида соуса. Пожалуйста, делайте. Запекла я уже картошку. Она у нас готовая. Сейчас начну резать. Ай, получилось красиво. И очень аппетитно. Ой. Ой, надо так разрезать. Ну, конечно, не 20 минут у меня запеклась. Дольше. Ой, смотрите, как красиво. Горячее. Мы с хорошим соусом. Будет очень вкусно. Ой, еще. Сейчас сниму. С середины. Ой, с яичком. Мне, конечно, и уронила. Соус. Я, конечно, два вида соуса положу с одной стороны и с другой. Приятного всем аппетита!